Без лишних хлопот. Новорингойцы, чьи дома находятся в обслуживании коммунальной компании «Градорика», с недавнего времени могут рассчитываться за услуги с помощью интернета. Никакой бумажной волокиты и дополнительных затрат. Достаточно лишь зарегистрироваться в личном кабинете. Знают ли о новой функции горожане и стремятся ли ей воспользоваться, узнавала Елена Золотилина. Раньше, чтобы оплатить коммунальные услуги, приходилось отправляться в офис компании или к близлежащему банкомату. Теперь все операции со своим лицевым счетом можно совершить удаленно, в удобное для клиента время. Все это стало возможным благодаря услуге электронных платежей одной из управляющих компаний города. У нас очень безопасна оплата через интернет, то есть никаких проблем граждане не могут испытывать при оплате. Тем более у нас не берется комиссия при оплате за коммунальные услуги, что в принципе также является плюсом для потребителей, так как и экономит и время, и средства. Под управлением этой компании находится 56 жилых домов. Каждый день в расчетно-кассовый центр обращалось 30-40 человек. Теперь их стало меньше. Это обстоятельство существенно снизило количество работы у кассиров и бухгалтеров. Удобство новой формы оплаты оценили клиенты компании. Раньше мне приходилось оплачивать их у них в конторе. Теперь у них появилась замечательная услуга в интернете оплатиться. Чем это удобно? Это удобно тем, что я работаю допоздна. И поэтому порой не успеваю просто заплатить. А тут пришел домой, посмотрел все свои счетчики и оплатил в интернете. Теперь у каждого клиента этой управляющей компании есть личный кабинет, где пользователь может ознакомиться с состоянием своего лицевого счета, передать показания счетчиков или вызвать мастера. Отслеживать баланс без личного присутствия в городе – удобное нововведение для тех, кого часто не бывает дома. Несмотря на то, что находится он в отпуске, находится ли он в городе, либо у нас очень много вахтовых работников, которые уезжают там на вахту, да, на Ямбург, еще куда-то, они в любом случае могут посмотреть, зайти на свой личный кабинет, посмотреть свои долги, свою оплату, распечатать квитанции и также самооплатить с любого конца мира. Многие из нас после трудового дня испытывают только одно желание – поскорее добраться до дома. Выкроить время, чтобы попасть в очень нужные места, удается с трудом. День за днем поход в банк или кассу откладывается. Долги и пени за коммунальные платежи растут, а управляющие компании, поставщики услуг терпят убытки. Новый способ оплаты выгоден и владельцам жилья, и фирме это жилье курирующей. Например, задолженность клиентов в «Градорике» существенно сократилась. Елена Золотилина, Николай Александров, служба новостей «Импульс».